Всем привет! Вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски, с вами я, Чешир. В этом видео мы продолжаем играть в конвой. После обзора мы здесь остановились на очень интересном месте, когда у меня есть две очень крутые машины, и мне самому интересно, что же будет дальше. Значит, у меня здесь есть дополнительная миссия. Надо вылечить, как называется-то, господи, в общем, эпидемию. И надо ехать 300 километров, а мне еще хочется уехать из этой красной зоны и просто раздобыть побольше скрэпа на разные плюшки, раздобыть побольше бензина, ну и вообще, чтобы все было хорошо. Так, ну-ка. Угу. Большая красная бочка, стоящая посередине дороги. Что мы будем делать с ней? Стрельнем в нее, посмотрим внутрь или проедем? Давайте посмотрим. О, я нашел 15 литров бензина. Замечательно. Ха, а могла бы взорваться на самом деле. О, смотрите, мой корабль. Да прям как рядом. А давайте-ка вот сюда заедем. Что тут у нас? Давайте посмотрим на башню. Ну и возьмем лут. Так, значит. Ага. Я не знаю, что я понажимал, но мне дали 90 скрэпа. Я очень рад. В принципе, я это и ожидал. Так, значит. Непонятно что. Какие-то, судя по всему, ящики. Давайте проверим их. Что мы получили? Мы получили, по-моему, эту штучку. Ну ладно. Я хочу вот в это событие приехать. Конечно же, исследуем. И у нас начинается драка. Сейчас мы покажем, где раки зимуют. Давайте сразу запустим дрона. Так, посмотрите, а что это за дрон-то вообще такое? Лич-дрон. Ага. Забирает хпшку у таргета и дает его нашему главному конвою. Хорошо. Мы давайте не будем наши грузовичок применять. Значит, это у нас бластер. А это у нас этот... Перезарядка. Господи, перезарядка. Мина. Причем дронов у нас осталось, судя по всему, 3 цикла. Ну, цикл 4, не знаю, перезаряжается он через каждый бой или нет. Так, стреляем по тому чуваку. Мину пока не будем. Сейчас мы вот этого поставим в стан. И мину поставим прямо перед ним. Ребята, уничтожаем вон того. Этот пока пускай постреливает. Так, мины перезаряжаются. Давайте-ка вот сюда. И убивайте вон ту штуку. Мину. И стан. Так. Ну давайте, стреляйте, ребята, господа. Так, давайте-ка назад. Все замечательно. О, 15 бензина и 60 единиц скрэпа. Плюс там дали еще одну мин-машину. Я очень доволен. Но, если честно, я не помню, чтобы у нас вот эта штучка была на синем поле. Кажись, эти поля, они потихоньку, полегоньку, так сказать, к нам идут, ползут. Но я не знаю, если честно. Все может быть. Так, конечно, файт. Engage. Сейчас всех убьем. Ну, это понятно. Скрэп разваленный. Стреляем вон по тому чертику. Сюда мину положим. Ну, чтобы... Ой-ой. Чтобы жизнь малина не казалась. Ты стреляй. А ты давай быстрее отходи, потому что это массовая ракета какая-то. Так, стреляем по тому. Ну, сейчас взорвется немножечко. Чуть-чуть вперед. И стреляем вон по тому парню. Так, здесь у нас сейчас будут опять какие-то развалины. Станем его, чтобы он не отвечал нам. Ну, давайте прямо на него мину кинем. Посмотрим, что будет. Хм, да, она взорвется. Прикольно. Так, на одну линию, пожалуйста. Давайте свяжемся по радио.
Не знаю, что произошло. Надеюсь, мой чувак выживет при встрече с обломками. Так. Жаль, что я никак не могу масштаб уменьшить или увеличить. Ну да, плюс-минус тоже не работает. Кэмп. Где у нас ближайший кэмп? Туда 80 километров. А лечить заразу нам туда на 96. Но что-то там какие-то ощадские эти хексы. Давайте-ка я поеду вниз. Так. Не хочу встречаться. Потрачу бензин. Где кэмп-то у вас, ребята? Кэмп. Ну да ладно, 37 туда. Да вы шутите. Ну хорошо. Да, вон он. Прям все в зелени. Мы прям в муравейник залезли. Так. Во-первых, мы починимся. 25, да ладно. А, это кост 5, все, понял. Сейчас починимся. Магазинчики, что у нас есть? Это что? О, щиты. И есть еще одна такая вот... Крутой такой минивэн. Хорошо, сейчас, значит... Return. У меня есть какие-нибудь желтые поля? У кого-нибудь? Ну, чтобы поставить вот эту штучку или... Нет, желтых нету. Хорошо. Мин-машина. Сюда, пожалуйста. ХП дэмэдж сотня. Ну да, такая же, как была. Хорошо. Очень хорошо. Так, давайте купим автомобиль, который нам предлагали. Где он там? Вот этот. Покупаем. Ну, нам эта штука не нужна. Это тоже, в принципе, не нужно. Мы продадим. Я лучше вместо этого улучшу вот этому чуваку хпшечку. И, конечно же, рейндж на максимум. Кстати, как много брони у него. Армор давайте улучшим. Все, конферм. У тебя что, чувак, тут такое? Рейндж. Давайте хпшечку немножечко. Ну и все, конферм. 150 скрэп, это замечательно. Надо, я думаю, оставить 120, чтобы, если что, купить еще один автомобиль. Я хочу сейчас прикупить бензинчика. 3 штучки. Все, готово. Можем ехать дальше. Куда бы нам ехать? Спейсшип. Надо он туда 85 километров. Да что такое, смотрите, здесь прям сплошные эти войны. Почему они друг друга не убивают? Я надеюсь, все хорошо пройдет. Так, Эвойд, конечно. Ну, просто как-то неохота мне здесь по этим клеткам кататься. Здесь очень синее. Так, что тут у нас? Вот, значит. Нет, конечно, мы будем... Так, и что, куда сейчас? 213? Ну, хорошо. Я, значит, заполучил лечение. А вот это что, интересно такое? Ну-ка. Так... Так, просто... Вот, стойте-ка. Это у нас колечко. Вот сюда надо ехать. Значит, сначала едем сюда, потом туда. Так, что у нас там? Ага, значит, там приближаются торвок чуваки. Ну, давайте... Давайте подеремся с ними. Так, парни, образуем линию. У меня, кстати, вот две мины, круто. Нифига вас тут! Почему так много? Хорошо. Так. Давайте я застану вот этого чувака. И накидаю ему мин на дорожку. Так, давай-ка он то попробуешь убить, да? Ты перемещайся вот сюда. Не-не, ты вот сюда. А то же он сейчас взорвется. Ты давай сюда. И сейчас будет готов стан, который у нас порвет просто их щиты. Так, стан. Готов, ребята, разбираем. Давайте, давайте. Ракетница еще есть. Кстати, смотрите, как нам броню сняли, да? Вот этот чувак. Он нам снимает броню.
Хорошо. Так. Поближе стреляем. Снимаем щиты сразу и готовимся к минированию. 3,24, это что такое? А, это хоткей. Все, я разобрался. Готов, парниша. Конечно, take a loot. Какую-то нам дали EMP мину. Едем дальше. Так. Товок чекпоинт. Ну, давайте-ка. Они пытаются связаться по радио с нашим конвоем. Давайте ответим им. Так. Ого, это у них Омег Прайм. Давайте, ну, давайте поищем скрэп. А, и что? Так. Ну, окей, goodbye. И что? Ничего? Ну, хорошо. Давайте попробуем компрессионное кольцо. Так. Что нам тут говорить, значит? Так, мы, значит, about вот этот shanty sense. Окей. Окей. Ничего. Хорошо, лидеры слетал. Ничего. Knock the door. Ха. Так. Отлично, значит, за компрессионными кольцами. Правда, не понял, что я понажимал, я наугад нажимал. Надо ехать 200 километров наверх. Давайте. Давайте еще доедем до того пункта, который снизу был. Мне, кстати, надо бы починить броню на моем автомобиле. Так, ребята, надо обороняться немножечко. Сейчас я вот эту выключу сразу штучку. Или что там выключить надо? Вот этого надо выключить. Он, кажется, минирует. А это плохо для... Ой, как много-то их. Ладно, неважно. Ставим мин. Минус один. Убиваем тех, кто без брони, пока у нас стан перезаряжается. Давайте, давайте, ребята, не стесняйтесь. Убиваем вон ту штучку и вон ту штучку. Так, ребята. Все, щита нету. И сразу ничего не можете сделать. Этот на минах подорвался. У нас сняли броню на нашем главном корабле. Почему их кораблями называют? Ладно. Давайте дроны вызовем, которые сейчас будут потихонечку лечить хпшечку у них. И немножечко их застанем. Чуть-чуть. Так, парень, ты уезжай, а там что-то черепушка наклевывается. Конечно, take a loot. Так. Едем дальше сюда, как и хотели. Что-то здесь все темнее и темнее, эти синие квадраты. Так. О, что такое? Что такое милспек? Окей. И чё, куда ехать? Да ладно. 240 километров. Хорошо. Где здесь ближайший лагерь, парни? 80 километров вниз? Нет, чё-то далеко. Ну, конечно, мы атакуем их. Какой-то конвой этих ребят. Ого! Хорошо. Давайте. Давайте станцуем. Сразу вызываем дрона, чтобы было не скучно. И кидаем немножко мин. Так, ребята, давайте уничтожать их уже, что ли, я не знаю.
Давайте, давайте. Так, теперь вот этого. Эх, немножко подорвался наш грузовичок. А вот этого выключаем, что-то не нравится он мне. Давай поближе. Ой-ой, мина. Сюда. Так, этот готов. Что-то, он застанен. Хорошо, не мог понять, почему он не может двигаться. Сейчас он пытается уничтожить вон ту штучку наверху. Она какая-то станющая, не очень приятная. Так, ты давай отъезжай сюда. Как там наш дрон поживает, который должен, по идее... давайте мин скинем, который должен лечить нас. Так, парни. Не бездействуем, атакуем их. Отъезжаешь сюда и побыстрее, а то там... Опять нам дали айтем, дали бензину, дали скрепа. Ого! Вот это конвой перехватил, клево. Так, надо ехать наверх. 107 километров направо будет наш корабль. Едем к нему. Ну, едем не спеша. Че нам торопиться-то, да? Сейчас там полечимся, потому что у меня броню сняли. О, кстати, смотрите-ка, появился какой-то этот. Какая-то точка. Не помню, чтобы она была, но неважно. Так, лечим конвой. Ну и все. Так, что это такое вообще? Advanced Impact Defense, значит. Первоначально сконструировано для того, чтобы помогать парковаться. Ага. В общем, при таране она снижает дэмэдж по вашей машине за счет того, что у нее есть локальные энергощиты. Кстати, клевая штука, если, ну, для парковки тогда. То есть, получается, что вы паркуетесь, если задели какой-нибудь столбик, то она типа энергощит делает, чтобы вы не покоцали машину. Блин, мне бы такое. Так. Значит, сюда что мы можем поставить? Да ничего, у нас есть дрон. И все. Так, давайте армор чуть-чуть вкачаем наши машинки. Так, ну, эти штуки нам не нужны, мы их продаем. У меня есть еще EMP мина. Ну, даже не знаю, у меня есть две крутых мины, поэтому она мне тоже не нужна. Продаем ее. Так, confirm, return. Вот ты, чувак. Так, значит, range у тебя на максимуме. До управляемости вкачаем и армору. Confirm return. Так, у тебя что тут? Да, давай армор. В общем, все первые апгрейды пускай будут. Confirm. И у тебя? Ну, у тебя и так все есть. Хорошо. Return. Кого еще полечить? Ну, в принципе, здесь немножко армора не хватает. За 5 скрэпа. Ну, давайте. Так, лифт кэмп. Хорошо. Едем вниз. Ну, конечно, инвестигейт. Что за... Ничего. Печально. Так. Все, мы излечили чувака от этого какого? От болезни его. Значит, вот. Опять забыл, как переводится это. Чума, в общем, да. Так, нам надо доставить еще вот этот милспек какой-то куда-то. Хорошо. Когда мы будем за деталиками-то гоняться. Поехали туда. Кстати, в кэмп. Надо купить топливо. Что-то забыл сейчас про него совсем. Надо посмотреть, что у них есть. Ну, конечно, такую. Да, так, почему нет? Кто тут у нас? Ого! Атакуем. Так, готов. А то вы двое, ребят, давайте вот этого атакуйте. А вот этим займусь я.
Так, вот так вот. Так, немножко назад сдай. Вот и вся. Ракеты как тут поживают? Давайте дрона вызовем. Переезжай сюда. А ты... Ты вот сюда, а ты вот сюда. Так, значит, вот кого я хочу здесь. Вот этого встан. И давайте мины им понакидаем. Эх. Вторую что-то я сейчас тупил со второй миной. Так. Давайте постреляем еще немножечко, чтобы убить их. Давайте, 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 ребята. Так, это по этой линии все хорошо будет. Снимаем щиты и тоже добиваем. Все, готово. Опять нам дали вот эту помощь в парковке. Так, и, конечно же, Investigate. Если не знаете, что нажимать, то нажимайте Investigate, короче. О, нам дали Heavy Railgun и щит. Хорошо. Нифига себе, это что ж такое-то? То есть, если я нападаю на какие-то конвои, то это очень сильно, короче, присутствие в регионе, что ли, увеличивает, я так понимаю. Интересно, интересно. Надо запомнить, то есть не лезете на рожон и не получаете потом свизделей от ваших товарищей. Так. Ну давайте, почему нет, рейлган. Эту всю штуку мы продаем. А нет, стойте, сейчас не буду пока продавать. Что в магазине-то есть? Большие пушки. Бензинчик давайте купим. Эту нафиг продаем. Ретурн. Чиниться никому не надо, поэтому просто второй уровень всего всем купим. Так. Конфирм. Будете у меня аки-пчелки. Так. Готово. Все. И надо, короче, сваливать отсюда. Потому что что-то здесь вообще прям все. Ну вообще прям не с руки все. Разозлились ли эти чуваки, ну прям конкретно. Просто злость. Это знаете, как передача в мире животных, типа. Там, когда чувак такой засовывает большой палец в... ну вы поняли, куда, какого-нибудь аллигатора и говорит, вот сейчас это будет злость. По-моему, в каком-то мультике было. Так, значит. Рейдер. Ну вот я остановимся и спросим, что такое. Починиться хочет? Ну давай починим. Так. Окей. Ого. Мы получили чувака себе в команду, которую починили. И давайте вот в этот кемп поедем. Ой, тут все в красненьком. Я чувствую, я ошибок понатворил в этой игре. Просто адски много. Так, что у нас тут в кемпе есть? Что за чувака нам дали такого? Так, давайте проапгрейдим его сразу же. Так, и посмотрим, что у нас есть в магазине. Тут ничего особого нету. Купим сразу побольше бензинчика. Ретурн. А чуваку даже нечего дать. У него тоже красненький слот есть один. Но реально нечего дать. Хорошо. Leave camp. И куда мы там едем? Мы едем вот сюда, да. Так, вот оно, карго. Нам дают 60 скрепа. И дают немножко бензина. Спасибо. Отлично. Не знаю, правда, что это дало, но вроде красненьких не прибавилось. Значит, все хорошо. Так, значит, компрессионный кольц туда. Этот туда. Этот туда. Угу. Вот давайте туда, в общем, в 90 километров надо съездить направо. Так, давайте посмотрим, что там есть. Кэнон и рокет-артиллерия.
Неплохо. Так, назад. Назад. Сейчас посмотрим. Ну, пушку давайте сюда запихнем. ДПС 7, а здесь ДПС 10. Вот так вот. Так, ХП дэмэдж, а там что у нас? Этот АП дэмэдж дает? Кэнон. А давайте оставим его кэнон, пускай он этими сражается. Этими кэнонами. А вот ракеты... Кто мне тут с ракетами был? Вот этот чувак. А вы знаете, даже ракеты, которые у меня есть, они круче, чем этот. Чем те ракеты, которые я нашел. А у тебя что там? ДПС 7, а здесь десяточка. Давайте вот сюда поставим. Этот продадим. И будем право. Так, значит, магазинчик. И бензинчика. Так. Едем наверх. Аж 90 километров. О, кстати, смотрите-ка, пятнышки. Давайте заедем туда. Что у нас тут, значит? Торвок, пропаганда, тауэр. Игнор. Ну, а то они опять расплодятся, на самом деле. Так, значит, чекпоинт Торвока. Давайте соврем. Ой, ну ладно. Не прокатило. Так. Давайте, ребята, вы уничтожаете сразу вон тех говняков. Вот этого мы станем сейчас и мины ему понакидаем. Ой-ой, там щитовик приехал. Так, парень, немножко назад, ты немножко вперед. И все убиваем вот этого чувака. А вон на того можно дрона, в принципе, направить, да? Давайте так и сделаем. Так, стреляй по тому. Ну, этого мы сейчас отрубим. Так, out of range. Не, все хорошо. Так, ты тоже стреляй по тому. Ой, хорошо, прям сожрали все. Так, вы стреляете по тому, станому и мин охапку. Готов. О, лут, замечательно. Всегда любил таких. Едем дальше, 40 километров. Вот сюда вот прям. Лаборатория. Капацитор. Так, что вы хотите нам тут? Значит, нужно 1,21 гигаватта. Ну хорошо. Окей, very well. Так, что же тут здесь нужно нам? В общем, что-то надо украсть у Торвака. Ну окей. Follow him inside. Speak. Let's go, конечно же. Опять все в красненьких. 76 километров налево. Прям в самое, так сказать, чрево к врагу. Хорошо. Давайте вот на эту штучку заедем. Ну, все равно по пути, да? Ну вот нас догнали. Или что это было такое? Так. Go inside. Не пить, нифига. Continue. Так, ага. Да ладно, меня ограбили. Минус весь скрэп. Хорошо. Ладно, не повезло. Радио. Так, что ты хочешь? Ага. Нас повзрывали чутка. Но мы сейчас нападем на них за это. Где вы там есть, ребята? Ого, посмотрите, танк едет. Давайте его, короче-то, выкусим. В первую очередь. А ты, чувак, давай тоже выкусывай, только спрячься вот сюда вот. Вот так вот. Давайте дрона сразу вот сюда. Кто у нас там? Лазерная пушка. Сейчас ты успокоишься.
Эх, надо потихонечку мины сплавлять, я все понял. Ого, мне дали какой-то деструкшн. Не знаю, правда, за что. Наверное, за то, что я слишком много убиваю людей. Так, ребята. Так. Сейчас, прощай, вот этот сдохнет сейчас, да? Надо отъезжать от него. Так, господа. Подъезжаем ближе, не стесняемся. И мы тоже подъезжаем поближе. Вот это мы снимаем щиты. Ты уезжаешь сюда. И кидаем мину. И еще одну мину вот сюда. Кстати, надо будем этот прокачать, радиус. Я бы так и сделал, если бы у меня был скрэп. Которого у меня нету. Ну, который меня ограбили. Вообще внезапность на самом деле. Ну, хоть айтем дали. Так, ну что, мне дали капаситор-то этот, нет? Опять надо ехать черт знает куда. Ну, поехали. Кажется, мы получили, что хотели. Это что у нас? Да, это SMG. Ох, прям по красному этому динозару. По красному полю едем. Ну вот и попали, собственно, да? Давайте назад немножечко. Сейчас они нас будут догонять. Так, у вас слишком много, ребята. Давайте вот это вот я сейчас заблокирую и накидаю мину ему. И еще одну мину. Ребята, атакуем их. Давайте, и ты назад тоже сдавай. Атакуй. Да-да-да, кушаем, кушаем их, кушаем, прям кушаем. Так, минус один. Стреляю по этим. Да, замечательно. Ой, хорошо. Так, ты назад, ты сюда. А ты езжай сюда. Вот сюда мину, пожалуйста. И стану вот этого чувака. Так, давайте вот так вот пристроимся. Так, ну что? Можно? Кажись, нормально все. Так, разруливаем. А то там сейчас эти. Ну, как остатки от чуваков будут. Замечательно. Ого, дали бензопилу. Это для того, чтобы таранить, я знаю. Так. Сюда давайте едем. Лабораторию. Ну что? Энергопилон у нас есть. Отлично. Так. У меня есть чудо-капаситор. Кольца туда. Этот тоже куда-то непонятно. Этот тоже очень-очень далеко надо ехать. Сваливаем отсюда. Едем к нашему кораблю. Вот, вот сюда хочу еще съездить. Точно-точно. Все равно все красное, какая разница? Так, значит. Давайте послушаем. Нажимаем непонятно что. Full on aggression. Мне нравится эта стратегия. Так. Контратак, что происходит вообще? Мы его покосали, я смотрю. Но дали приз. Немножечко скрепа и бензинчик. Ну, сойдет. Так. Что тут у нас? Easy fix. Ну окей. Easy fix, так easy fix. О, кэмп. Интересно, там есть что-нибудь? Ладно, не поедем. И мы почти, да, почти доехали до нашего корабля. Кстати, что-то здесь слишком много торвака этого. Так, один доставили. Хорошо. Что тут у нас еще? Тоннел какой-то надо. Ага. Куда это? Значит, вот этот вниз направо 200 километров. Компрессионное кольцо наверх 84. Сейчас туда поедем. Так, а этот тоже вниз направо. Давайте за колечком сгоняем. А, постойте, постойте. Давайте-ка это. Где у меня? Во-первых, починка.
Так, а во-вторых, нам нужен магазин, чтобы купить бензина. Этот нафиг. Это что у нас? Бензопила? Да тоже. Тоже туда же. Поехали за кольцами теперь. Ой, что-то здесь прям дорога контролируется. Мы объедем это. Ну, зачем рисковать попусту? Ага. Так, значит. Ага, значит. Целый отряд зеленых чуваков преследует наш конвой через пустыню. Давайте свяжемся с ними. Ага, они хотят 10 бензина. Ну, мы их убьем. Ну, слишком много, что-то десятка на самом деле. Тройку я бы еще отдал. Так, ребята, убиваем вон того. Ну, ты можешь вот это убивать. Я сейчас ему поставлю немножечко стана. И немножечко мин. Ой-ой-ой, ребята, в рассыпную. Так, значит, это враг, да? Давайте по нему выстрелим. Ну и дрона тоже куда-нибудь направим. Так, кого ты стреляешь-то, господи, я не вижу. Стреляем вот вы по этому, а вы немножечко перестройтесь и по верхнему. Так, стреляешь, да? Давай поближе куда-нибудь подъезжай. Так. Ну, этого станет уже все. Давайте вот этого застанем. И мина ему прям. Эх, мина промазала. А если так? Отлично. Так. О, ракета дали. Лайт, правда? Ну ладно. Меня это устраивает. Ну, едем дальше. Где мои кольца? Значит. О, смотрите, целая это, короче. Целая фабрика, которая производит компрессионные кольца. Замечательно. Давайте. Барри Клаймс. Давайте поговорим с Барри сначала. Very well. Неужели опять драка будет какая-то? Как вас много сегодня, господа, вы прям не унимаетесь. Давайте вот этого чувака сначала убьем, у которого щиты. Ну, снимем эти щиты и убьем его. Так, минус щит. Мина пошла. И мина пошла. Так, ты убивай вон того чувака. Так, этот почти сдох. Дрон-то мой сыр кусается. Неплохо так. Так, вот так вот. Минус один, минус второй. Ребята, сюда. Так, кто тут еще? Подъезжай сюда. Стреляй и, конечно же, стан. Так, ребята. Давайте займемся им. Их надо вот этого немножко модернизировать, чтобы он побольше радиус у него был. Так, и отступаешь у нас. И что у нас? Миниган. 12. Этого. Так, ну, Барри, хорошо. Неужели мне дали колечко? Нет, не дали. Надо ехать 200 километров, да ладно. Но зато у меня есть миниган. А где у нас ближайший лагерь, скажите мне? Наверх. 80 километров. Еще наверх направо. Ну давайте поедем к лагерю. У меня такое ощущение, что мы там еще не были. Может быть, там есть что-то вкусное для нас. Так, еще 50 километров. Ну, давайте посмотрим, что там. Ого! Неплохо. Я прям еду продавать сейчас. Я торговец. Так, это у нас кемп. Что тут у нас есть? Ну-ка сразу в магазин полезем. А, ничего здесь нет. Мы здесь покупали, мы здесь были. Купим бензину. А, и посмотрим, что у нас есть по оружию. Значит, здесь у нас 12. Десятка, значит, это. Здесь у нас 12. 8,3.
1.6 DPS, да ладно. А чё так мало? А, там еще P DPS большой есть. Да. Ага. Хорошо, здесь есть АП ДПС? Нету. Вот эту ракетницу, короче, можно менять на вот эту штуку. Но сейчас, подождите-ка. Значит, 10, 12. Угу. А тут что? 17, вот прям как хорошо-то, да? Вот этот Light Pulse Laser 8.3 я заменю на миниган. Так, у тебя что? 9.7. Ну вот есть плазма Кэнон, рейлган маленький есть. Так, 9.7. Вот можно 8.3 что-нибудь поставить. Вот этот лазер, например, вместо той штуки. Давайте рейндж. А, все, максимальный рейндж. Хорошо. Так, ретурн у тебя что? 12, 12, ну да, я думаю, тут все. Так, а тебе поставили. Тебя тоже смотрел. Ничего здесь не сделаешь. Ну хорошо, продаем всю эту штуку. Получаем гору скрепа. Так, ну надо починиться. Чинить будем вот этого. А, вот у меня еще вот здесь вот. Так, не пора ли мне на троечку? Здесь двоечка есть. Здесь двоечки нету. И давайте броню у всех на троечку сделаем. Return. Броня, где броня? Вот броня. Слушай, как много брони у него. Confirm. Тебе броню. Всем броню. Вообще всем броню. Тебе... Не, ну тебе две будет много. ХП тебе тоже будет много. А больше ничего нет. Давайте четвертую броню тебе сделаем. Два супер автобуса. Ну и нашу надо немножечко починить. Что, ХПшечку можно прибавить, да? И броню. Давайте броню вот так сделаем. Конферм. Ретурн в магазинчик. И купим на все бензина. Отлично. Ну что, надо ехать? Ехать надо далеко. Что, 300, 200, 300. Давайте за кольцами-то поедем, раз уж начали. Ой, я хочу сюда. Ой, правда, там логово-логово, но прям... Хочу-хочу. Радио, конечно же, что у нас тут? А, дать им 10 единиц бензина? Нет, конечно же. А что там для меня будет? 40 бензина? Да ладно. Конечно же, prepare to die. Лазер, бензин и скреп. Хорошо. Так. Prepare to dance, конечно же. Хотя... Не. Ха, не хочу. Так, поехали. Интересно, почему этот квадратик белый? Что, просто очень высоко, что ли, или что? Ну, конечно, кататься по такой зелени. Да еще аж целых 200 километров, это... Это серьезно. Ready weapons, господа. Давайте постреляем немного. Так, назад. Все назад. А, стреляй-ка ты вон по тому безоружному чуваку. И ты тоже. Вы стреляете вот по этому. Сейчас у него не станет щитов. Наш дрон влетает вот к этому чуваку. Так. Optimal strategy. Хорошо. Ребята, в рассыпную. Там сейчас ракета полетит. И давайте вот... Даже не знаю по какому. Вот по этому. Что-то вот этот бронированный монстр мне не очень нравится. Вы это угрызете, ну и слава богу. Мину. Нет, стой, мину не туда. Черт. Хорошо. Так, это взорвали, мину вот сюда. Так. Сейчас будет готов стан. И мы... Попробуем кого-нибудь убить. Станом. Давайте вот эту штучку достанем.
Ну, просто, чтобы она не стреляла, потому что какой-то там ощадский танк у них. Мне это не очень нравится. Так, ну, вроде как все живые. Ну, и тут вообще уже все. Так, ребята. Сюда. А ты сюда. Ой, хорошо. Так, значит, ну, оралу дали. И немножечко лута. Куда ехать-то? Вниз, да. Ну, хорошо. Что-то вообще чуваки какие-то адские на карте стали. Откуда у них столько злости? Вы посмотрите, прям синева жж. Так. Хорошо, хоть здесь не эти. Не очень агрессивные чуваки. Хм. Опять чемодан. Ничего полезного. Ну, хорошо. Но скоро я чувствую, я заполучил прям это кольцо. Я прям чувствую это. Давайте-ка его сюда. Excellent. И как... Да, получил кольцо. Так, значит, ну туда мы поедем чуть-чуть попозже. Так, ближайший лагерь. Что-то очень далеко, мне кажется. Давайте я поеду наверх. Там видел какой-то ивент. Хочу его посетить. Так, ну-ка. Инвестигейт, конечно же. Непонятно, что они сказали мне. Ну ладно. Я просто прощелкал, потому что неохота разговаривать. Так, значит. Какой-то бекон. А, бекон, в смысле, этот сигнал. Ну, понятно, что. Prepare to fight. Снимаем оборонительную позицию, ребята. Так. Стреляем вон по тому парню. Я, конечно, сейчас еще мин понаставлю в них. И стреляем вон по тому теперь. А вы стреляете по этому. Готов. Стреляем по танку. Вообще все стреляем по танку. А дрон отправляется кусать вон ту штучку. А то броню нам сняли. Давайте, давайте, не стесняйтесь, убивайте его. Так, хорошо. Теперь убиваем вот этого. Он того будем ставить переднего, потому что этому щиты и так сняли. А вот переднему мин накидать, это прям то, что надо. Готов, да? Давайте немножко поближе подъедем. И просто расстреляем вот эту штучку. Так, с линии. Ну, стреляем, чего ж тут добивать его. Так, лут. Good idea. Так, готово. Надо кораблю двигаться. Потому что у меня мой главный конвой очень сильно покоцан. У него всю броню сняли ему. Это не очень хорошо, я думаю. Ну, поедем мы по дорожке, потому что бензин, он стоит денег. Что это такое? Ого. Просто в песке валяется тяжелый миссил-лаунчер. Хорошо, возьмем его. Кстати, это очень клевая. Клевая штука. Именно для нашего этого главного конвоя. Так. Вот у нас и корабль. Ползем к нему. Ага, значит. Торвок, дрон. Следует за нашим конвоем. Пристрелить его. О, получили скрэп. Хорошо. Так, готово. Кэмп. Обязательно сейчас полечимся. Готово. Готово, 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 готово. Что тут у нас есть, значит? Пульс, лазер. 8,3. Но не думаю, что понадобятся у нас так крутые пушки везде. Ретурн у тебя что? У тебя тоже все круто. У тебя... Круче некуда у тебя. Ну, такой же стоит. Продаем. Эта штучка нам не нужна, продаем. Так, посмотрим, значит. У нас есть мины. Очень крутые мины. На 100 хп дамажит. И есть ракета, которая тоже дамажит на 100 хп. Но она с плэшем идет. Поэтому, пожалуй, вот эту мину я продам. Вот так вот. Я поставлю ракету.
Да. Ну, прибавлю хпшечку. Нашему конвою. Давайте отремонтируем еще его. То есть там брони немножко не хватает. Так, ну, время апгрейдиться. Армор, хендлинг, рейндж. Давайте рейндж. И армор. Идеально. Так, ты. Ну, рейндж уже больше некуда. ХПшка. Управление. Не. На бой никак не влияет. Ретурн. У тебя что? Армор. Рейнджа нету. Давайте армор, что ли. Хотя, нет. Минутку. У тебя что можно? Можно армор, хпшечку. Давайте вот так вот. 120 скрепа мы оставляем, на всякий случай. Ну, хотя бы бензинчику, например, купить. Вот. 80 скреп остается на починку там, ну, в процессе. В процессе езды. Ох, тут прям все в синеве, не знаю. К моему кораблю все, кто не лень, едут. Значит, этот 162. Этот 197. Ну, поехали, чё. Давайте на дорогу-то выйдем. Поедем по дороге, как белые люди. Вроде нам по пути. О, кемп. Мы в него уже пару раз катались. Это неинтересно. Сейчас нас будут стрелять. Ну да, я так и думал. Хорошо. Ну, дороги небезопасны, это понятно. Где они все? Вон того стрелять из большой пушки чувака. А ты вон по тому если дотянешься. Ракетницу вот сюда бы надо использовать. Дрона давайте вот сюда. Ой, хорошая ракетница. Так, значит, этого сейчас взорвут, потом этого взорвут, а вот на этого, пожалуй, я, да, стан. Так, и мину прям на него. Так, значит, что, убьете, да? Так. Этого сейчас добьют. Так, этого добили. Добили? Ну давайте. Так. Вы стреляете. А, не, смотрите-ка, еще кто здесь есть. Поэтому стреляете, да. Потом стреляем по этому, а вы стреляете вон по тому. Стан, out of range, то вся фигня. Так, давай-ка смещайся сюда, а ты сюда. Этого мы станем. В этого мы сейчас ракеты запустим. Стреляете, да? Давайте, давайте. Немножечко дрона. Поздно, конечно, ну ладно. Так, хорошо. Бензопила, скреп. И аж практически двадцатка бензина. Хорошо. Так, давайте по дорожке, то есть. Туннель какой-то. Нам, кажись, вот сюда. Так. Так. Require, всякие нажимаем штучки, very well. Куда ехать-то? Да ладно. Этот близко. Хорошо. Бензин нужен, я смотрю. Ага, ну хорошо. Так, откуда поедут враги? Они поедут сверху. Так. Давайте сразу кого-нибудь застанем. Вот этого, например. Это что-то мне не нравится. Ракеты в него. И мину туда. Ну и, конечно же, еще дрона пошлем. Так, достаешь. Ты убей этого. Ты этого. Ну да, ты этого. Хорошо, все. Так, ребята, как обстоят дела у вас? Немножко подвинься. Так, ты вали вон того, ты давай сюда. Так, ну, все хорошо, я тут взорвался. Так, давай сюда. Стан. Немножко назад и запускай ракеты. И мину туда еще. Эх. Хорошо. Готово.
Ну что, нам досталось что-нибудь, нет? Опять? Хорошо. Ну, мне это не жалко, конечно. Так, давайте убьем. Нет, стойте, 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 назад. Убиваем вон того чувака. Ракета летит сразу вот сюда. Ой, хорошо. Мина сюда. Нет, кстати, мина вот сюда. Что-то у этого слишком много всего. Станем его. А на этого пока дрона. Так. Как вы себя чувствуете там? Все ли хорошо? Так, вы бейте вон того нижнего. Не, вот этого надо добить, конечно. Чё вы такое делаете? Так, этого мы убили. Ты езжай сюда и убивай вон того чувака. Так, этот готов. Ты сюда. Поближе. И нападаем. Ты отступай, а то что-то тебя покоцали. Так, надо починиться на самом деле, а то у нас это. Так, ты давай прячься там, да. Ты прячься, ты сюда давай. Вот так вот. Вот видите, он находится за нашим этим чуваком. Давайте ему стан повесим. Мину и ракету. Чтоб никуда не делся. Так, черепок нас не затрагивает. Замечательно, значит. С этим все хорошо. Ну что, дали нам еще кусочек или не дали? Опять? Третий? Да ладно. Не, ну, мне не жалко, конечно, да? Но как-то многовато. Мне бы полечиться уже хотелось бы, да? Ну, как бы я стараюсь не рисковать сейчас. Потому что где я еще возьму столько всего? Так, парень, давай-ка добьем вот этого. На вот этого по этим дрона. А тут наши разложат пока вон того чувака. Так, достает, достает. Этот почти добил его. Так, 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 отступают сюда. Тут добили штучку. Ты назад сюда, ты вот этого. Так, пропала цель, возвращайся. Вот этого встань, пожалуйста. Так, это мой. И мину сюда. Этот взорвался, этот мой. Так, этот сейчас взорвется. Хорошо. У нас есть ракета. Так. Эх, черт, ладно. Ну что тут у нас? Дали нам наконец-то? А-а-а! Четвертый бой. Ого! Что это за шляпа такая? Давайте ракету ему всадим. И дрона в него тоже всадим. Ребята, подъезжаем, убиваем. Вот вы двое, да. Да и вы тоже подъезжайте. Ты останься пока здесь. Да. Надо убить у них сопровождающих. Давайте сначала займемся сопровождением. Не будем торопиться. А станы, пожалуй, повешу вот на эту штучку. Какая-то она не нравится мне. Так, чувак, уезжай оттуда. А ты его долби. А ты уезжай. Еще уезжай. Так, ребята, бьем он того. Так. Ну тебе некуда деться, да? Немножко побортирую их пока. Вы, ребята, убиваем вот этого. Да, все убиваем вот этого. Так, а тебе еще мину держи, чувак. Стой! Назад. Так, ребята, мы подъезжаем и начинаем долбить босса. Вот этого чувака станем. Ты у нас уезжаешь без брони-то уже, да? И ты тоже быстренько так опа сюда. Начинаешь вот это убивать. Не, давай-ка сначала нижнюю. Туда ракету, то достаточно будет. Да, я чувствую, мне нужна починка. А то так и сдохнуть недолго. Мину, пожалуйста, прямо перед собой. Ой, хорошо. Так, у нас там черепушки нарисованы. Поэтому мы немножечко уезжаем. Так. И ты тоже, пожалуйста, уезжай. Ну что, ребята, добиваем босса.
И уезжаем из зоны действия ракет. Запускаем дроны, которые нам полечат главный наш грузовик. И заодно... А, нет, его нельзя оставить, что ли? А, нет, можно, смотрите-ка. Ну вот и все. Так. Давай-ка вставай в линию. И давай-ка еще немножечко ракет запустим туда. Так, ты назад, ты сильно назад, а ты немножко назад. Эх, задел малютку. Ну, Виктори, да-да-да. Дали нам карго-то? Дали. Ближайший лагерь. Туда. 136. Хорошо. Так. Мы едем в ближайший лагерь зализывать раны. Ну, я чувствую, тот, который был по пути тогда у нас. Да. Не-не-не. Эх, напали. Ну, хорошо. Чувак, давай как нам. Что-то там забыл. Так, ну, тогда убиваем вот этого. Езжай сюда, вы убиваете вот этого. Туда мину ему. А, вот этого встан. Вот сюда. Вот так вот ракету. А, на этого дрона повесим. Так, давайте, давайте. Разнесли, хорошо. Вы сюда. Разносим танк. Так, разнесли, хорошо. Так, давайте-ка вы разносите танк, а ты попробуешь вот сюда переместиться. В сторону. Убиваем. Разносим танк. Вы все в линию. Все убиваем вон того чувака теперь. Деться ему некуда, вот тебе мина, чувак, вот тебе стан. Да, давайте. Готов. Хорошо. Вот мне даже скреп дали, чтобы полечиться. Так. Кэмп, кэмп, кэмп. Просто у меня еще бензин, на самом деле, немножко заканчивается, да? А мне чиниться надо. Видите, какие проблемы здесь у меня с броней у всех. Ну вот и все. Значит, мини-босс прошел замечательно. Бензинчик надо бы купить, конечно. Вот так вот хватит. Так, и где у меня мой корабль? Туда 72 километра, ну хорошо. Так. Угу. Хорошо. И остался последний чувак ехать налево 150 километров. Бензин. Где мой бензин? Хорошо. Так, ну, я думаю, мы на этом пока остановимся. Нам осталось забрать последнюю запчасть. Мы убили какого-то мини-босса непонятного. Ну, продолжим мы, собственно, в следующей части. Спасибо, что смотрели меня. Всем пока-пока.